Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру Paladins Vanguard Shadow Fight 3, и тут я, короче, зашел в игру, и мне дали вот такой вот шлем, да, рога Кагуна называется, эпический шлем, прям сразу так на, типа, бери. И ну давайте отправимся в экипировку, раздали и так далее. У меня, конечно, был тут неплохой шлем, типа 55, закрытый, лень, такой модненький, да, был? А теперь у меня вот такой вот шлем, с двумя ячеечками под рунки. Вау, прям варвар с топорами у нас теперь готовый. Интересно, эти можно шлемы что-то с ними сделать, там... только надеть можно, что серьезно? Обидненько. Ну, может, у какого-то кузнеца можно сломать. Уровня меня величия второго нет, я бы так бы одел эту броню. Ну ладно, пока что в этой походим. Топорики есть, все есть. Как говорится, пора отправляться нам в бой, наверное. Дальше проходить сюжет. Хотя у нас еще есть магазинчик, который можно открывать в бустер-паке. Тут, вы видите, добавлять разные штуки. Блин, ну вот эти штуки 4400. Где столько мне? Здесь у меня 2400 только. И то я сейчас там, в принципе, все могу потратить. Ладно, давайте один бесплатный бустер пак откроем в самом начале. Посмотрим, вдруг что-нибудь выпадет. Ну давай, показывай, показывай. Дай мне что-нибудь хорошее. Игра. Опа, еще прокачка на броню, это хорошо. Дает 6 энергии вот этой темной тьмы. Так, меч нам прокачали. Кстати, меч, походу, лучше теперь стал, чем был у меня был раньше, да? Ну почему не хватило? Посмотрите, там вообще капелька. Блин, не повезло. Шлем это дали, ну толку от него, даже прокачанный он не будет давать прям много. И такой, ну блин, бесполезные шмотки, конечно, понадавали. А давайте отправимся в экипировку, нам теперь говорят, типа, что у нас меч стал лучше, чем топоры. 77. А давайте посмотрим, как у нас меч выглядит. Блин, меч, конечно, хорош, мне нравится с мечом драться. Но хочется немножко топориками подраться, потом давайте подеремся сначала топориками, потом посмотрим, может поменяем меч. Тут какие-то еще бустер-паки можно бесплатно получить за всякие штуки. Плюс промокоды может какие-то вводить, неизвестные мне пока что. Ну, это будем все потом. Так, давайте вернемся и пойдем в первую каточку. Тут есть, в принципе, дуэли. Я еще не, тут не все смотрел. Нам тут сержант говорит, так, мы в Соколином ущелье. Тен Рао очень уверен в себе и считает, что нам до него не добраться. Ну, посмотрим, что это. Тен Рао, кто это вообще? Это нам на руку. Вначале мы обезвредим охрану, а потом незаметно подкрываемся к Тен Рао. Блин, уже забыл, как драться, честно скажу. Остуди свой пыл, боец. Сначала мы воспользуемся ситуацией и избавимся от тех телохранителей. Да-да-да, я уже понял. Так, видите, вот тут здесь как бы босс. Да, остуди... А, типа на босса не могу пойти, пока не выполню этот квестик. Окей, погнали. На квестик, там одну карточку дадут. Честно скажу, я забыл, как драться, поэтому сейчас будем все вспоминать. Ой, ладно, ну думаю, ничего страшного. В этом не будет. Кстати, в игре вышло обновление, я пока его загрузил, это было вообще... Ладно, потом как-нибудь с этим поболтаем. Все, у нас драка идет. Так, мы по-быстренькому типа разберемся. Ну куда ты, ну... Зверь просто, просто зверь. На тебе, в лобешник. Минус пушка, просто минус пушка. Коленом в носяру. Так, хотел ему подсечку дать. Ага, сейчас. Ногой хочешь? А еще хочешь? Ладно, давайте с ним закончим. Парень безоружный. Как бы драться с таким уже нет смысла. Да ну, хватит уже ворачиваться. Ногой его пну, короче. А он юзнул как раз в этот момент. Темную эту силу. Блин. Я, кстати, не помню, какая это сила называется, поэтому уж извиняйте, ребят. И что, это зависло, что ли? А вот, все, второй раунд пошел. Ну, сейчас будем уже драться всерьез, короче. Блин, не получилось попасть. Ну, пока что изи, потому что противники сами по себе не очень сильные, как видите, да? Ну и дерутся они слабенько. Я даже не знаю, стоит ли против него использовать что-нибудь такое. Ну, давайте. Так, я что-то забыл, а вот, все нормально. Тунг. Чисто удар под себя, из-под земли. И все, изи, как бы победа. Ну, это охрана какая-то была. До босса нам еще не пускают пока что. А, кстати, по поводу игрушки, блин. Я ж вроде вчера уже имел почти такой уровень, нет? Ну, не, ладно, не суть. Так, что, дали карточку на броню. Ну, прикольно, кстати, броня неплохо поменяла, 77. Я, наверное, буду смотреть видео, а для вас это будет всего лишь одна секунда. Итак, нам дают еще одну рунку. Улучшают рунку с топориками и дают 5 рубинов. Кстати, вот видео смотрите реально профитно, потому что рубины очень много дают. Давайте продолжим.
сержант. Мы должны двигаться очень тихо. Денрал хвостун, но он опытный вон, я слышал о нем. Идем. Ну идем, чё? Идем покупать набор, да? А, вот это понимаю. Так. Акции. Акции, ребят, давайте посмотрим. А, это, наверное, акции, только что мне показывал, да? Кстати, а тут вроде бустер-паки можно часто открывать. Если мне... или нет. А, давайте глянем, тут бесплатный. Стоп, вот бесплатно. А, это не то. Вот бустер-паки. Один день... Сколько? О, понятно, короче. Ну, будем копить рубинчики, потом будем открывать. Давайте дальше. Отправимся. Денрау, что вы здесь делаете? Как вам удалось победить моих лучших воинов? Это вот этот чувачка, которого мы только что пинали, если что, ребят. Ты еще много не знаешь о Легионе, и сейчас тебя ждет расправа. Она будет вдвойне болезненно тебя победит. Новобранец! Новобранец, это мы! Это мы! Мы победим Денрау. Дадут 5 рубинов и 2 карточки. Ну все, сейчас мы разваливаем. Или проиграем, или развалим, или проиграем. Посмотрим. Я, в принципе, готов. Я умею бить влево, вправо, вверх, вниз. Умею прыгать, умею откатываться и умею пинать ногой. Ну чё, Денрау, иди сюда сейчас. На, просто. А теперь мы сейчас его схватим. В смысле, сказал... Ладно, не будем схватить. А чё он меня схватил? Посмотри, как он больно бьет, капец. Ты чё, самый сильный, что ли, Денрау? В смысле, а ну иди сюда. О-о-о. Да ну, что за дракон? Ну, кастуйся, кастуйся, ну кастуйся, ну хоть что-нибудь, ну! Нормально. О, по лобешнику ему дал. Еще по лобешнику. Да блин. Ну, почему он такой жесткий? Эти боссы, это капец просто. А я... Сейчас мне этот босс развалит. Ну блин, ну дай ты мне встать. На, просто. Заканчиваем, заканчиваем. Фух. Фух. Это было жестко. Надо 3 победы с боссом сейчас сделать. Великолепно, чуть не отъехал. Ну, блин, что с игрой? Ничего она так подвисла? Тут последняя обнова такая фигня. Раунд второй. Фух. А у него, кстати, больше энергии. Сейчас мы его схватим, наверное, или нет? Да блин, ну... Да бейся ты, ну чё ты? Ну какое комбо, ну что за беспредел? Почему, где моё комбо? Ну, кстати, мы можем его заблокировать? А ладно, сейчас не будем. Ну я должен был... Блин, понимаете, вот я кастую этот кидок, да? А вместо того, чтобы кинуться... Да ну кастуйся ты, ёб! Ну блин, почему? Ну почему? Ну почему ничего не жмется? Ну что за бред? А, ну это беспредел просто какой-то. На, ну все. Не привык я еще к управлению, однозначно. Ладненько. 1-1. Я не уверен, что смогу его вынести. Возможно, придется прокачиваться. Фу. Мне, короче, надо было не тратить сейчас энергию, а в этом бою ее потратить, типа, сразу, чтобы получить преимущество. И потом просто его добить. Тогда было бы 100 раз правильно, я думаю. Так, нате в голову. Ну да, я тебе ударю, но сейчас он меня просто вынесет, если я не буду его бить. Опять дракон этот. Да я сейчас тебя тоже задраконю. Так, я, кстати, забыл, какое у меня суперумение стоит. У меня же, в общем, тоже есть эта штука. Я, кстати, его сейчас без этой, без магии побежду. Смогу победить. Чисто запинаем уже. Вот реально, просто возьмем. На! Пынь! Пынь по лобежнику. Ну красиво, красиво, пацаны. А сейчас мы будем использовать сразу эту силу.
темную силу. Фу. И надеюсь, можем взять третий бой подряд. Сейчас я отпрыгну сразу назад. Так. Ну кастанись, ну. Я, короче, пытался кастануть, и мне ничего не кастанулось. Офигеть просто, да, ребят? Геймплей, просто посмотрите на эту фигню. То есть я получил преимущество в самом начале, а он меня просто берет и бьет, и я ничего не могу сделать. Ну что это такое? Я тыкаю все кнопки, и ничего не работает. А давайте, если не тыкать, что будет? О, начал блокировать, отлично. Он меня просто взял, кинул. Офигеть, просто офигеть. Он просто взял и все заблокировал. Это, понимаю, сложно, да? Ну конечно. Вот так победить этого чувачка. Он просто сейчас взял и супер все заблокировал. И я ничего не смог сделать. То есть я должен был забирать сейчас этот раунд спокойно. Но он просто взял на халяву меня, в углу зажал, и я ничего ему не мог сделать. Это идеальный геймплей. Просто. Но мне как бы кажется, что это немножко подкручено. Чтобы, типа, бои были затянуты, чтобы было сложно. Сейчас он, типа, будет слабый, а я, типа, буду сильный. Вот видите, он сразу уже ничего не может заблокировать резко. Ну, короче, понятно. Понятно все с тобой. Подкрутили, короче. Подкручено. Вот видите, я просто ногой его пинаю. Ну да, он меня кинул через плечо, конечно. А такое не ожидал, да? Ну вот смотрите, я сейчас начал его бить. У меня сейчас ни один удар не пойдет. Я прям чувствую. Вот видите, что это такое? Что это такое? Почему он меня бьет, и я его не могу ударить? Какой-то бред. Просто лютый бред. Это меня вот тут само больше бесит. Да ну. Ну да, сейчас. Смотрите, сейчас я его не смогу ударить ни разу. Вы видели? Конечно, конечно. То есть до этого он бил там, ну знаете, там такая небольшая часть полосочки. А тут бац и пол хп снес одним ударом. Понимаю, понимаю. Попробуй еще раз, чтобы победить его. Я точно это знаю, ты сможешь. Короче, ребятки, сейчас я на паузе попробую победить, потому что, ну, это просто бред, подкрученный игрой. Типа, чтобы игроки подольше сидели, потому что он уже должен был умереть еще в третьем, короче, в четвертом раунде. Ладно, увидимся, как только я его вынесу, этого Денрау, или как его там. Итак, ребят, я возвращаюсь. И, короче, я второй раз уже его победил подряд. Удивительным образом, представляете, да? Удивительным образом. Не подкручено, да. Было все не подкручено, потом, ну, короче. Просто второй раз побеждаю босса. Но если вы можете заметить, у меня две победы, ноль поражений. Конечно, я не спорю, что это везение, плюс какой-то уже более-менее такой опыт, да, игры, какой появился в начале. Я думаю, здесь больше везения играет. Или не попал. Да ладно, смотрите. Он мне оружие выбил, серьезно? Блин, я не знаю, короче, мы, конечно, можем его напинать без меча, но это будет сложно крайне. Очень сложно будет. Сделать. Я у него в первом матче тоже оружие выбил, думал, меня подкрутили, короче. Но походу это уже открутка была. Я не уверен, что смогу его победить, но я все-таки постараюсь, наверное, прям в этом бою победить. Ну посмотрите, что мне он делает. Видите, я просто не могу кастануть ничего. Ну что это? Ну блин, почему он каждым ударом блокирует? Я не могу даже встать. Ну вот опять, что это за бред такой? Просто ты берешь его 2-0, выигрываешь сухую, и тут бац, он начинает резко тащить. Удивительным образом. Удивительным. Ой, ненавижу эту игру. Уже. Вроде бы только начал играть, а тут уже все. Ненависть и все такое. Ну, кстати, вы многие писали по поводу того, что, типа, игра давно вышла. Ну, как бы, да, я ее в самом начале играл. Но тогда она была очень сырая. В этой версии ее даже на ру-сегменте не было. То есть она была только... На Европе где-то там, я ее скачивал чисто ПК-шкой. Ну и тогда она была пустая, очень пустая. Да-да, я тебя ударю, ну что за... Да хватит уже! Как же он бесит, блин, вообще просто. Ну глянь, тебя опять перекинул, ну что ж такое? Так, куда ты уворачивайся?
А это что было? Да я тоже могу ногой пинать. Ты что думаешь, там умный такой? На тебе. Так, ну что, будем заканчивать с ним? Все. Просто беру темную силу, врубаю и убиваю. Ну блин, какой же он рандомный. Ну я по-любому подкручена, потому что по-другому я не вижу смысла, как они могли меня в прошлом первый раз победить. И вот сейчас во второй раз, как он мог меня победить, я не понимаю. Чисто подкрутка такая, знаете, чтобы игра была и сложная, и легкая одновременно. Значит, на мой взгляд, ну по-другому разработчики не могут делать. Хотя в Shadow Fight 2 было чисто все завязано на том, что у тебя типа шмот хуже, ты проигрываешь. Шмот лучше, ты можешь выиграть. Меч прокачивается аж на 95. Блин, ну придется меч переключаться. Хватит уже на топориках сидеть. Какой меч! Какой меч дали. Сейчас я быстренько видео посмотрю, и мы продолжим. Короче, мне сказали ошибка обработки, и типа иди нафиг. Вот так вот сказали. Ладно, давайте пойдем в экипировку. Если оно нажмется, конечно. Во, нажалось. Сержант, убирайся, Денрау, и передай своему императору, что за каждого солдата легиона мы положим 10 тинастов или кого-то там. Император здесь ни при чем, я уверяю вас. Молчать, с тобой поговорим в лагере, возвращайся. Молчать. Вам нравится наша игра? Нет! Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением позже. Не дают поиграть. Так что они... Вот разрабы, вот тут как это так можно, а? И теперь у меня будет загрузка вечно, да, эти? Типа, не проголосовал за игру? Перезагрузка тебе, на. Получи. Ой, разработчики. Что ж они такую игру сделали? Вроде бы, знаете, видно, что много над игрой работать, много вкладываться. Там события крутые. PvP, которая скоро будет. Дуэльки, которые очень прикольные, да. Миссии, все дела. Но тут, блин, просто берут и вот этими штуками мешают. Так, давайте возьмем новый меч. У меня есть такой меч. Он 95. И есть такой. Но для него нужен третий уровень, которого у меня нет, поэтому поиграем пока с этим мечом. Зависает просто на пустом месте. Ну, что это такое? У меня максимально возможные настройки, максимальная производительность, мне просто взяла игра зависит. Офигеть, просто одобряю максимальный игру. 100 лет прошло игры, до сих пор не могут пофиксить такую фигню. Ладно, сейчас перезагружусь. Итак, ребятки, я вернулся. И мы будем уже заканчивать, потому что 5 серий, ну, капец, короче. Не могу я в эту игру мало играть, ну. Слишком... Много всего. Слишком сложно. Давайте извлечем рунку. Надо запомнить вообще комбу. Один справа, два удара. Как это? Как это? Типа зажать и нажать два удара? Наверное, так. Так, извлекаем. Помещаем в меч. Я сказал поместить. Тут. Ой, игра. Кстати, тут есть награда дуэли. Типа мне нужно провести две дуэльки. Я получу две таких карточки. Это гарантированно. И еще голду. Вау, то тут можно шмотки посмотреть, правда. Разрабы не смогли впихнуть все в... Ой, разработчики, да, они такие. Но тут, как вы видите, лут не особо такой прям крутой. Зато есть арбалет третьего уровня, топорики. Интересно, я с арбалетом еще не дрался. Ладненько. Так. Наверное, тогда будем на этом заканчивать, ребятки. У нас еще тут первая глава, еще два этапа осталось. Думаю, будем проходить ее в следующих видео. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии, чтобы видео по этой игре выходили как можно чаще. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.